Мистер Сакава, позвольте представить вам мисс Роксану Кос. Мое почтение. Очень приятно. Я из Международного комитета Красного Креста. Мы требуем освободить всех политических заключенных. Это в компетенции правительства. Если прольется кровь, она будет на их совести. Никто не умрет. Никто не вечен. Возьмите. Спасибо. Его всегда вдохновлял ваш голос. Вероятно, он любит оперу. Для него ваш голос – опера. Для чего мы здесь? Во имя людей. Если кровь проливается, она проливается во имя людей. Это правда, что власти хотят всех нас перестрелять? Зачем им это? Чтобы свалить вину на мятежников. Мы должны освободить своих братьев и сестер. Мы не сдадимся этим преступникам из правительства. Мы все, что у них есть. Нравится музыка? Очень красиво. Как я выступила? Не стрелять, не стрелять! Долго мы здесь не протянем. Так отпустите ее. Сейчас она нужна нам больше, чем прежде. Ты должна петь. Что это изменит? Услышав красоту твоего голоса, они примут верное решение. Думаешь, мне надо петь? Я хочу, чтобы ты пела так, чтобы те животные на улице слышали твой голос. Пора.